Актеры, которые изменились до неузнаваемости. Маколей Калкин. Я думаю, абсолютно каждый знает его благодаря фильму «Один дома». В 90-е годы он был самым известным актером-ребенком в мире. После успеха Маколей снялся еще в нескольких фильмах, а после пропал с экранов почти на 10 лет. Вернулся он уже молодым парнем, но, надо сказать, не в лучшем состоянии. Он много употреблял алкоголя, но несколько лет назад он снова изменился и стал выглядеть намного лучше. Сейчас ему 42 года, и в прошлом году он стал отцом.